В Дагестане в разгаре ягнения овец. В Кизлярском районе предстоит окатиться 114 тысячам овцематок. В отдельных хозяйствах ведется селекционная работа. Поместное поголовье, смесь гисаров и дагестанской горной породы отличается хорошими характеристиками. Все подробности далее в нашем репортаже. Этим малышам всего несколько часов от роду. Они еще с мамами в специальных тепляках. А вот ягнята постарше. Им от 2 до 4 месяцев. Это корм мы сыпем 3 раза в день. Утром, в обед, вечером. Хорошие условия содержания, сбалансированное питание и вот результат. В 3 месяца ягнята весят до 25 килограммов. Это поместное поголовье. В прошлом году фермерское хозяйство Кахиров завезли из Краснодарского края и Ставрополя баранов гисарской породы. Скрестили с местной дагестанской горной. Выход очень хороший. За это я говорю, что эта порода устойчива очень для наших мест. Ничего не боится. Еды тоже неприхотливые, что есть, употребляют. Утром и вечером ягнята питаются материнским молоком. Еще 2-3 раза в день их подкармливают сеном и сбалансированными кормами – молотой пшеницей, ячменем и кукурузой. Получить такой результат нелегко, рассказывает фермер Газимагомед Кахиров. В этой отаре более 3000 голов мелкорогатого скота. Работа чабана – одна из самых сложных. Профессия чабана, естественно, всегда тяжелая была. Приходится трудиться очень много. Несмотря на это, все равно наш народ в Дагестане привыкший к этому. Хорошими темпами проходят окоты в племенном хозяйстве «Долина» Кизлярского района. Сегодня 70 голов окатились, но сохранность тоже 95-97%. Всего в Кизлярском районе, фермерских хозяйствах и частных подворьях предстоит окатиться примерно 114 тысячам овцематок. В частном секторе окот уже завершился. Там в основном идут у нас, как традиционно, это зимний окот. В товарном секторе окот начался в конце февраля месяца и продолжается по сегодняшний день. Процент окота составляет по району уже 45%. После завершения окотной кампании с наступлением теплых дней в животноводческих хозяйствах начнется стрижка овец и перегон на летние пастбища в горы. Раима Абдуллаева, Ильнара Алханова, Паризат Курбанова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.